Skylark, have you anything to say to me? Can you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journey over the shadows and the rain to a blossom-covered lane? And in your lonely flight, haven't you heard the music serenade the moon? Skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? But my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Хочу сделать для вас непосредственно, ребят, именно подписчиков,
хочу сделать розыгрыш, а может быть даже и подарок. Ну вот мысли появились, что я на протяжении там многого времени уже делаю, да, сравнение звука акустических систем, сравнение звука CD-проигрывателей, там, усилителей, показываю вам небольшие обзоры по технике нашей любимой, ребят, техники, которые, ну, мы слушаем по жизни. Музыка рядом с нами всегда. Она помогает нам жить, любить, отдыхать, расслабляться после трудового дня. Поэтому записываю, ребят, ролик. Хочу сделать небольшой подарок. Может быть, подарок, может быть, сделать какой-то розыгрыш. Вот в этом плане я хочу, чтобы вы написали комментарии. Либо подарок, либо розыгрыш. Тема будет касаться в виде подарка. Я предоставлю вашему вниманию аппарат от фирмы Technics, ребят. Это будет CD-проигрыватель от фирмы Technics, который на данном видео звучал. Ну, данный аппарат у меня уже не один раз звучал на моем видео, ребят. Это вот этот вот аппаратик, ребят. Давайте я вот так сделаю. Ребят, я вас всех приветствую, все здравствуйте. Непосредственно вот этот вот аппаратик, это от фирмы Technics, CD-проигрыватель, модель SLPG580A, ребят. С паспортом, с родным паспортом, вот. У меня было два таких аппарата, ребят. Один был, они оба были после доработки. Один был с доработкой на операционных усилителей Музис, но его сразу забрали и попросили пульт дистанционного управления. Поэтому пульт дистанционного управления ушел с тем аппаратом. Непосредственно данный экземпляр будет с паспортом. Паспорт, ребят, я не отдал с первому покупателю, будет именно с этим аппаратом предоставлен паспорт. Он тоже после доработочки, ребят, конденсаторы поменены и поменены операционные усилители, но уже от Analog Devices. Как он звучал, вы сейчас на данном видео послушали, и до этого, в принципе, у меня видео было по непосредственно этому экземпляру, вы тоже могли услышать. Вот я хочу именно разыграть либо подарить данный экземпляр своему подписчику. Ну, почему подписчику? Потому что именно подписчики, кому интересна вот эта тема, а тема, то, что у меня предоставлено на видение, это сравнение, да, звука, именно обзоры, именно по профилактике техники, как она делается. Я начал сейчас выкладывать именно видео от мастера. Эта тема очень сейчас актуальная на данный момент, и многим это интересно. Поэтому вот эти вот моменты, нюансы, я стараюсь все выложить и довести до вас информацию вообще полную, чтобы вы имели уже представление, что такие экземпляры там 30-40-50-летней давности, да, ну, они не могут звучать в оригинале, как заложено инженерами производителями, поэтому требуется небольшая, ребят, профилактика. Ну, чем мы и занимаемся с моим другом, мастером, который мне доводит до ума вот эти экземпляры. Данную Technics, ребят, SLPG580, я думаю разыграть, либо подарить для своих подписчиков. Я вот, у меня мысли такие появились. Подписчики в основном ставят лайки под видео. За счет лайков, ребят, видео поднимается вверх. И за счет этого многие могут посмотреть видео по каким-то экземплярам, да, ну, грубо, по моим роликам. Какую-то получить для себя. Для себя. Ну, у каждого своя тема, но каждый может для себя какую-то информацию получить нужную для него. Сравнение акустических систем, конечно, это первоочередная тема, которая вам всем это интересно. И больше всего видео на YouTube — это мои ролики именно по сравнению звука акустических систем. Далее я начал уже делать
именно сравнение CD-проигрывателей. Я дальше буду двигаться в этом направлении и для вас буду предоставлять, как они звучат именно в оригинале. И разницу, я думаю, все равно вы услышите. Сейчас очень много распространяется информации, что CD-проигрыватели звучат одинаково, что там ЦАПы установлены в них разные, но они все равно звучат типа одинаково, ребят. Ну, это, наверное, рассчитано на глухих, либо на дурных, либо на глупых людей, ребят. Все звучит совсем по-разному. Кто адекватный и со слухом у кого все нормально, те слышат сразу разницу. Поэтому я буду для вас делать видео именно сравнение непосредственно вживую, чтобы вы услышали вот эту разницу. Я эту разницу слышу на всех аппаратах, ребят. На любой аппарат можно поставить, даже и усилители. Так же, как и усилители говорят, что все усилители звучат одинаково. Нет, они звучат тоже все по-разному, потому что схемотехника разная, совсем разные транзисторы установлены в них, там биполярные, либо MOSFET, либо VFET, либо даже комплектующие, установленные в экземплярах, отличаются. На звук это, ребята, тоже все влияет. Поэтому я буду все равно двигаться дальше и для вас буду предоставлять вот такие небольшие сравнения. Но у нас сегодня либо розыгрыш, либо подарок и подписчики. Подписчики в основном ставят лайки, ребята, пишут комментарии, что им интересно, высказывают свое мнение. И вот у меня такая вот тема, хочу именно вот этот непосредственно Technics с доработочкой на операционных усилителях от Analog Devices с установленными хорошими конденсаторами, хочу ну либо подарить, либо разыграть. Напишите комментарии, если эта тема интересна, то он уйдет у нас, ребят, в розыгрыш, либо в подарок подписчику. Давайте я сейчас закину удочку, вот может быть вот так вот, а дальше я уже решу, как это все сделать. Либо кто-то из подписчиков поставил больше лайков под моим видео, Может быть, кто написал больше всего комментариев под моими видео. Всегда, даже ставят, когда лайки, либо пишут комментарии, видео всегда, ребят, приподнимается вверх, и больше людей могут его посмотреть, для себя получить какую-то информацию, сделать. Вот я еще не определился, что сделать, розыгрыш или сделать подарок для подписчиков. Я определюсь. И следующее видео, скорее всего, будет у нас именно вот по этой теме уже. В комментариях вы напишите, что вам интересно, подарок или розыгрыш. И я это сделаю. Ну, а может, я поступлю по-своему и просто его что-нибудь замутим вообще другое. Если эта тема интересна, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки под видео, пишите комментарии. И будет интересно. И мы продолжим эту тему в данном направлении. Мы, может быть, разыграем какие-то кабели, может быть, какие-то диски, может быть, еще какую-нибудь фурнитуру, что касается там аудиотехники. Может быть, вы еще какие-то накинете мысли, и мы будем в этом двигаться. Мне эта тема интересна. Мне нравится тема звука, ребята. Мне нравится то, что вы пишете комментарии и именно пишете свое мнение. Мнения мне все очень интересны и полезны. И полезны даже они больше не мне, а полезны они больше для тех, кто смотрит и делает для себя выбор. И этим комментариям вы помогаете и другим людям. Кто-то слышит ушами, кто-то глазами, кто-то слышит, как я, вживую. Но не у всех есть возможность слушать вживую, ребят. Те же усилители, ту же акустику, CD-проигрыватели и все остальное. Я переслушивал уже, наверное, если вот так вот взять там все вкупе, усилители, акустику, там CD-проигрыватели,
виниловый проигрыватель, около там более, наверное, 500, там 600, 700, наверное, уже аппаратов. Я могу уже более-менее адекватно воспринимать этот звук, что как звучит, и дать вам этот совет. У кого нет возможности, тогда смотрите, ребята, мои видео. Может быть, что-то вам будет полезно в этом направлении. Всем большое спасибо за просмотр, ребят. Напишите обязательно комментарий, что вам интересно. Подарок или сделать розыгрыш данного экземпляра. А я подумаю и решу, как сделать правильно и по-человечески. И один из подписчиков, ребята, получит данный экземпляр. Ну, единственное, он заплатит за доставку в свой город сам. А он достанется ему бесплатно по стоимости, ребят. Надо будет оплатить только доставку. Спасибо большое за понимание. Всем удачи, до новых встреч. Будет интересно.